Всем привет, с вами Амир Гумеров, канал Рукоджоп, и сегодня у нас на распаковке вот такой интересный прибор, называется вентилятор для печи. Сейчас сделаем распаковочку, и на видео вы узнаете, как эта штука работает и насколько она интересная. Итак, упаковано достаточно плотную коробочку. Тут на мягких поролонках. Вот. Итак, что у нас в коробочке? Этот вентилятор, у которого нету ни батарейки, ничего, и работает он за счет разности температур. Когда вы ставите этот вентилятор на печку, то есть на горячую поверхность поставили, тут стоит у него элемент пельтье. Этот элемент славится тем, да, и работает каким образом? Он работает за счет того, что когда у него появляется разница в температуре между одной поверхностью и другой, он начинает вырабатывать электричество. За счет этого он начинает вырабатывать электричество и крутится моторчик, который начинает гонять воздух по вашему дому и распределяет теплый воздух более аккуратно, то есть делает так, что ваша печка быстрее прогревает дом. Я купил его к себе для того, чтобы его использовать на даче. И я думаю, в ближайшее время каким-то образом, когда попаду туда, все-таки проверю его в действии. Сегодня мы его проверим просто стоя на плите и посмотрим, как он работает. Вот, и еще один момент, про который надо понимать и который надо знать. Смотрите, вот у него здесь есть биметаллическая пластина. Вот на самом деле есть разные модели, если вы посмотрите на том же AliExpress, есть разные модели. Вот эта модель с биметаллической пластиной, которая позволяет избежать перегрева элемента пельтье. То есть у элемента пельтье тоже там есть своя разрешенная температура до 350 градусов или до 380, ну где-то так, до 400 в общем. И когда температура вот этой штуковины, нижней ножки, достигает 400 градусов, или 380 градусов, биметаллическая пластинка начинает отгибаться, и она отрывает, получается, ножку от поверхности печки, и она таким образом перестает забирать тепло, и вентилятор как бы является саморегулируемым по температуре. То есть в этой ситуации бояться перегрева вентилятора особо не стоит. Как это работает, сейчас я вам покажу на примере плиты, то есть вот у меня сейчас поставим его на плиту и попробуем мы его немножко поджарим снизу и посмотрим, как он работает. И работает ли вообще, кстати, да. Итак, мы поставили его на разогретую духовку. Сейчас посмотрим, может быть, немножко даже мощности придавить чуть-чуть его. Вот, смотрите. Видите, сам начал вращаться. От горячей поверхности снизу у него нагрелась ножка. И вот он крутится. И чем сильнее разогревается, получается, нижняя ножка, тем больше она отличается по температуре от верхней, от верхнего радиатора, тем выше у нее скорость, прямо ощутимо скорость выше увеличивается. О, прямо ветер от него пошел. Так, и вот смотрите внимательно. Видите, температура снизу превысила какую-то его допустимую. Он посчитал, что надо оторваться от пола, и вот он оторвался от пола, потому что температура снизу оказалась слишком высокой для него. Вот он так работает. Давайте мы его переставим на холодную. Ну, я бы не сказал, что он совсем бесшумный. Наверное, потому что он оторвался от пола как раз. Сейчас смотрите, он будет опускаться вниз. Автоматическая регуляция уровня прогрева элемента пельтье. Видите, зазор все меньше, меньше, меньше. Соответственно, он сейчас будет больше и больше, больше забирать температуры с поверхности. Таким образом, когда он стоит на очень горячей печке, он сам будет автоматически регулировать температуру нижней ножки, приподнимая ее, отрывая ее от поверхности или обратно устанавливая его на горячую поверхность. Вот обороты у него тоже упали, потому что разница в температуре стала меньше. Видите, тормозит. И давайте его опять поставим на горячую, чтобы опять был эффект понятен. Так, включим поджаривание. Так, включаем режим поджаривания и смотрим внимательно. Сейчас он начнет отрывать ножку от пола. Видите, отрывает.
Выключили. Вот таким вот образом работает этот вентилятор. Не нужно ему ни батареек, ничего больше. Вот. Как работает эта схема? Здесь есть, получается, ножка, которая нагревается от печки, и есть большой радиатор, который охлаждается своим же вентилятором. И работает следующим образом. Нагревается ножка, эта поверхность холодная, это горячая. Вот у элемента пельте, получается, вырабатывается электричество, он крутит вентилятор, охлаждая тем самым верхний радиатор. Нижний, получается, радиатор у нас все время горячий, и он забирает от печки тепло. Таким образом, у него всегда получается разница температур, за счет которой вырабатывается электричество, за счет которой работает моторчик. То есть пока горячая печка, моторчик крутится. Игрушка, я думаю, интересная, достаточно эффективная. Как оно работает в жизни, я пока не знаю. Надо ехать на дачу. На дачу поедем, посмотрим. На этом у меня все. С вами был Амир Гумеров, канал Рукоджоп. Надеюсь, вам было интересно посмотреть про эту штуковину. Скоро у меня будет еще одна распаковочка с AliExpress. В черную пятницу пришло много посылочек. Сейчас будем смотреть и разбираться, что у нас еще есть. На этом завершаю видео. Всем пока. С вами был Амир Гумеров. До свидания.